Доброе утро, друзья. Сегодня буду жарить, не знаю, или сырники, или оладушки. Купили вот такой творожок. Думала творог, а это как вот мягкий сыр. Как протертый детский творожок. Ну, вот. Сейчас жарю сырнички. Добавлю одно яйцо, 2-3 ложки муки, ложку сахара, щепотку соли и соды. И буду жарить на сковороде на растительном масле. Переложила творожок. Полная упаковка была грамм 500, здесь осталось грамм 300. Добавляю одно яйцо. И примерно ложечку сахара. Добавлю еще немножко ванильного сахара. Капельку. Так, здесь у меня щепотка соли, совсем чуть-чуть граммовичка. И добавлю капельку соды. Добавила соль и соду. И теперь буду добавлять муку. Положу пока 2 столовые ложки. Размешаю, посмотрю, как консистенция будет. Получилась вот такая консистенция. Ни на сырнике, ни на оладьи. Сейчас добавлю еще одно яйцо и буду, тесто будет более жидкое, сделаю оладушки. Вот такое получилось тесто, более-менее похожее на тесто для оладий. Разогрела сковороду на максимальном огне, уберу чуть меньше. И волью пару столовых ложек растительного масла. Теперь буду выкладывать меньше, чем столовая ложка, вот такие вот такую, по такой порции теста. Теперь оладушки жарятся, до румяного цвета жарим. Перевернула на вторую сторону, прикрываю крышечкой и жарю на слабом огне, до, пока вторая сторона зарумянится. Оладушки прожарились так минутку. Перекладываю их. Но у вас, надеюсь, они не подгорят, будут красивенькие. К оладушкам кофе. Как раз сейчас дожарю оладушки и будем завтракать. Выложила оставшееся тесто и сейчас дожарю оладушки. Так, дожарились следующие сырнички, оладушки. Уже получились не такие румяные. Проснулись соседи, сейчас будем угощать сырниками, оладушками. Покупаем вот такой джем порционный. Абрикос и вишенка. Очень вкусные джемы. Сейчас будем их есть с оладушками. Вот такие оладушки получились. Оладушки-сырнички. Кто сейчас завтракает, приятного всем аппетита. Творожок очень понравился, на вкус они очень-очень вкусные. Буду такой еще покупать и готовить. Приятного всем аппетита, друзья!